Так, давай. Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас мы снимаем бэкстейдж, как вы видите, тут уже все идет, вся съемочка. Кстати, это будет выходить на канале Руслана, да? А хуй его знает. Руслан, ты будешь снимать это на свой канал, выкладывать? Да. Отлично. Так вот, если вы не подписаны на Руслан канал, обязательно подпишитесь, поставьте там лайки, колокольчики, вы знаете, что делать. И сейчас мы вам все расскажем, все покажем, пойдем со мной. Ты должен идти со мной. Да, а я что... Наблюдаем общий процесс. Я сниму. Как вы видите, спереди стоит наша любимая Диана. Диана будет танцевать. Голая. Диана, улыбнись. Голая, голая будет танцевать. Диана, раздевайся. 8903-980. Я понял, мы начинаем. Так вот, да. А сзади вон уже Настенька. Настенька снимается. А в прошлом году моя это была задача пиздить в камеру. А теперь я сегодня пиздю в камеру. Пиздю. Я сегодня ведущий. Что ты делаешь? Так вот, у меня... Расскажу пока последние новости. У меня клеются ресницы, очень холодно. А зато я в очках. Охуенно. Чё? Телефон, это... дай я найду. Мне кажется, Кирилл, значит, типа, что снять еще практически. Держи, Димин. Да, такой тоже будет. Дай мой, держи. Если я в Ютубе видео включу, на этом моменте... Включай, вот, включай. Вот включай. Там нормальные мелодии просто. А чё я-то держу? Дай Сань держать. О, кого? Снимай. Какое, чё на тебе? Видео. Какое? А если через свой телефон? Ну, давай через Димин, он уже подключился. Не, Димин подключился. Аня! Ладно. Типа не ну, так, я отключаюсь тогда. Да. И включи типа, пожалуйста. У меня включен Bluetooth уже. И типа да это Руслан что-то нагрел. В смысле? Я так ни хера не готов, поэтому. Моя ресница. Она называется «Учимся танцевать. Модерн». Макс, иди сюда, блядь, быстрее сюда, он сейчас по кругу пойдет. Макс, блядь, или тебе по рации спиздануть, чтобы ты понял. Сука. Теперь нам очень срочно нужен Кирилл. Ох, ты ж холодно, пиздец. Йо-йо, звоните мне 8903-985-5545, ночью ставлю еще хуже там. Хуя остал. Что ты хуя? Нихуя вас там. Я переключу, ладно. Это вот Руслан, да. Они прячутся в вкладочку. Диман, блядь, ее ищет. Сейчас. Это все наше, вообще это. По блату досталось. У нас есть деньги. Да, мы сейчас ждем Дашу. Какашу. Да, у нас есть деньги. Вот, Кирилл идет. А вон идет Кирилл. Сейчас еще две машины. Сейчас фокус появится. Вот, у нас есть такое вот оборудование классное. Может быть, Руслан что-нибудь возьмет из тех кадров, которые сейчас я снимаю, и даже вставит. Руслан, скажи привет. Привет. Скажи, что это, короче, вот это канал Руслана. А если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, все будет там вот внизу, блядь. Спасибо за рекламу, да. Да. И еще подписывайтесь на мой Инстаграм, он тоже будет внизу. А твой, да? Да, мой Инстаграм. Он там. Да. Он там это будет. Пиво, запах пива. Это пиво? Да, и еще самое прикольное, знаешь что? Цвет она переливает. Хватит! Вот, еще, кстати, вы должны поставить лайк этому видео, потому что мы очень старались, да, ведь, Руслан? Вот так вот нам весело. Давай снимай. Снимай. Да, ты дед. У вас на себя брызги поедут. Давай, открывай. Кирилл. Да я аккуратно. Тут эта аппаратура сейчас. У тебя есть 13 тысяч? Нет, 26. А, 26. И еще плюс соточка. 126. Сколько мы всего потратили на это все? 9 тысяч. 9 тысяч рублей мы потратили, поэтому обязательно подписывайтесь на канал Руслана. А еще на группу его. Да, ВКонтакте и мой Инстаграм, ссылочка внизу. И мерч в магазине заказывайте. Да. У тебя есть мерч? Да. Серьезно? Да. Я не знала. Теперь знаю. Я теперь знаю. Да. Я закажу обязательно. Кирилл, хорошо. Супер. Да, хуй ты вообще делаешь, блядь? Это загадка. Да ты что творишь? Все, поднимай, да. Это так, что вся?
Нам только что дали пизды за то, что мы помешались. Ну, думаю, ничего страшного. Я не знаю, кто это сделал. Подожди. Руки вы их не вообще все, да? Давай. Ну, в общем, так и есть, так и так. Молодец, минус 300 рублей. Это было очень грязно. Ой, это было грязно. Да нет, я его протёр. Кирилл. Чё? Не села. Всё равно дверь закрывай. Давай. Давай. Это было вообще некрасиво. О, да. Стирки, он мог не успеть высохнуть. Орех? Да. Ну, короче, в квартире. Переодеться. Слышь, Диана, свали, я хочу снять себя красивого. У тебя не получается флексить, признаю. Да получается. О, Егор в розовой рубашечке. Диана, меньше смеха. Мы занимаемся серьезными делами. Вон, Юля, смотри, какая проститутка просто. Нет, Диана такая извращенка, она хочет Егора голым видеть. Диана, ты правда хочешь Егора раздеть? Да нет, так... Все, пацаны. Я это опять твоей маме покажу. Так, девки, а у вас что происходит? Надо сориентироваться. Пушка. Все, как не теришься. Я просто красивая. Смотрю на себя в зеркало. А, нет, я не вдул. О, да, я тебе буду записывать. И говоришь. Тихо, тихо, тихо. Давай последний кадр снимаем, все, Егор, давай. Сейчас дверь открывай, там Макс. Нет, запись. Кать, я тоже, давай. Можно. Заходи. Заходи. Егор, что ты тут делаешь? Я так отдыхаю, что ты тут делаешь? Ну, я по работе. По работе. Ну ладно. Раз приехала, проходи. Ну ладно. Сейчас, нет, все. О, да. Все, давай так. Время, пусть Егор что-то скажет. Тихо всем. Ну так, все, давай еще что-то. Моя сушка водичка делается. Мне кажется, да. Тут стол прозрачный, понимаете, был не прозрачный. Ну, быстро зашли, все ничего не было. Логично. Все, тихо. Давайте, ты якобы такой чай пьешь, а чек собирай. Он теплый. Спасибо за чай. Обращайся. Все, тихо. Текст. Давай. Текст возьми, тишина. Тишина. Получается, без наливаем чай, рассказываем, да? Да. Тишина. Да, заново. Бей. Ну иди! Все, Юль, 3, 2, 1, давай. Просто, эй, успокойся. Привет, Ань, что ты тут делаешь? Ты как вы можете, да? Ты можешь успокоиться, ты можешь хотя бы послушать? Я пришла к Егору, мы встретились и решили организовать встречу выпускников. Ты вообще собираешься идти? Что за истерика посреди дня? Какая встреча выпускников? Вы серьезно? Подумай, мы не виделись уже все 10 лет. Ты не думаешь, что было бы неплохо встретиться? Мы хотели организовать... А, что это? Прости, иди сюда. И вот перед ним будешь извиниться. Я хочу кольцо. Я думаю, это ты ему должна кольцо за пощечину. Вот вторая мне прям очень понравилась, прям зуб отдала. Эти овощи приехали прямо за нами. Хотя поехали первые. Чё, Ань, как дела? Всегда опаздывают. Тупые девки. Но у нас была классная музычка. И вообще все очень понравилось. Оказывается, Яндекс.Такси. Слышь, реклама Яндекс.Такси. Яндекс.Такси. Быстро, дешево, качественно. Доведет куда угодно. Хач. Быстро, дешево, качественно, да. Хач. Нормально? А, все снимаем.
Сейчас тебя рада, давай дальше. Подождите. Аня, что, сама поедет? Одень, да. Я уже забежалась, я уже забиралась, пойди, дальше. Подожди, сейчас. 3, 2, 1. Давай. Давай быстрее. Максим. Ты снимаешь? Привет. Бэкстейдж. Туда не знаю. Бэкстейдж с этой камеры? Да. Теперь придется. Кто разрядил полностью? Ну, память заполнил. Я что сделал? Я бэкстейджил. Нихера себе, ты на час на бэкстейджил. Там час съемки был. Вот, видишь, какой молодец. Из которых минут 20 бесполезной информации. Там больше. Так. Бал не трожь. Я сказал, блядь. Пацаны, смотрите, еще один дом Ctrl-C, Ctrl-V. Какой? А что они так по-брюгански недостроены выглядят? Они строятся? Так он, наверное, знаешь, по типу... Так, стоп, а у нас, вот, 20. А какой корпус, ебаный, брат? Нет, я про то, что типа они супер-брюгански покрасятся, вроде ничего, а так они... Ну, блядь, так все дома, чувак, выглядят. Нет, не все. Стоп. Куда идем? Сейчас. Корпус 3, КВ-2. Корпус 3, это туда. Это направо. Да, туда и направо. А, нет, вот. Это второй, вон последний. Да, да, мусор здесь только же, как и у нас. Дим, поближе. Давай. 3, 2, 1. Нормально. Ой, Артём уже убежал в туалет. Но мы все топаем. Пацаны, где ваша оптимистичность? Благодарю. Сторона тебя не забудет. Руся, тварь, тебя сторона забудет. Дверь не подержал. Вот там идут Настя и Лиза. Нашу уборщицу идут, да? Да. Он сейчас будут убираться. Как дела? Не, Настя, похоже, нужен миллионер, это прям на стену. Тем более, и как будто это она миллионер, а муж у нее, это Альфонс. Вы мы сами сказали, что мы решили его уборщицу, а мы должны быть примерно так же, как... Всем привет, это второй день съемок. Я пришла, время так, 11:26, я надеюсь, все видно. И мы снимаемся с нашей любимой школе. Пошел. Ну в смысле? Я сейчас сделаю вот так. Все, Ань, твоего лица не видно. Ах ты, тварь, обратно стабилизируется. Так вот. И мы сейчас снимаем нашу любимую школу. Сейчас мы будем на фоне нашу съемочную группу. Снимай фон. Да-да. А вот наша съемочная группа, это вот Арина. А вот там вот Настя, и она уборщица теперь. Поэтому сегодня второй съемочный день. И расскажем, все покажем. Да, Арина? Еще волосы не спрятал, попадут в органы человека сзади. Да не, нормально, в органы можно. Органы можно. Сейчас напереть. Да. Этот, в аппендицит, да? Да, все равно вырезать. Да, так что сейчас. Максим, как дела? Там чего только нету. Там что ты делаешь? Я держу палку. Свою? Естественно, я тоже. Не дави, так сказать, упасть. Потом начал от мира упасть, да? Я чем сижу, я читаю, я не могу, не надо чем-то задействовать. Да. Все прошло успешно. Все операции, да. Да, подожди, подожди. Говори, когда начинаем вот эту пипу. Начинаем. Спросите моего котика, у него дома 25 детей, не кормленных. Все. Максим уже. Нормально. И Никита тут, Ярик. Ярик, ты один не тут слышишь?
Во-первых, я не знаю, что это такое. Просто двигайся как хочешь, они просто двигаются как хотят. Просто руками, Гарик. Просто руками. Давай. Да, давай. Давайте в круг. Все, давай. Давай что-нибудь. Нормально. Вот такие врачи были в России. Подрубай. Ты был хорошей коробочкой. Мы ели доширак. Три штуки. В тебе. Прощай. Я реально заплакал. Слеза. Бля, я в актерском пойду.